Все лучшее детям, в том числе здоровый качественный отдых. Этим летом в пришкольных лагерях Самары отдохнут более 15 тысяч детей. Еще около 5 тысяч ребят отправятся в муниципальные загородные центры. На территории города организована работа 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 7 загородных. Это центры Арго, Волгоренок, Заря, Золотая Рыбка, Салют-2, Союз, Юность. Меры детской безопасности обсудили в городской администрации на еженедельном совещании с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В том числе большое внимание уделили антиковидным мерам. В детском оздоровительном центре «Волжский Артек», например, отдохнут летом 840 детей. Для них организуют 4 смены, каждая продлится 21 день. Первая смена уже заехала, это более 200 детей. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы учреждений отдыха детей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 учреждение работает в режиме обсерватора. На период работы введен запрет на нахождение посторонних лиц на территории лагеря и выезд сотрудников за пределы лагеря, а также на проведение выездных мероприятий с детьми. Лагерь обеспечен в достаточном количестве одноразовыми масками, дозаторами с антисептическими средствами. Предусмотрены и 2 специализированные смены для детей с особенностями развития. В том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут отдохнуть и в Самарском спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп». В рамках муниципальной программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Всего в «Олимпе» будут работать летом 5 спортивных смен по 14 дней. Заезжающие прошли термометрию и не имеют симптомов респираторных заболеваний. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрены следующие мероприятия. Ну, во-первых, это, конечно, 75% загруженность спортивных смен. Корпуса и столовое оборудование необходимым количеством рециркуляторов, которые были закуплены в прошлом году. Медицинский кабинет оснащен бесконтактными термометрами и медикаментами в полном объеме. В организации летнего досуга детей и подростков активно участвуют муниципальные музеи, театры, учреждения дополнительного образования и самарские библиотеки. Муниципальные учреждения культуры планируют провести 1256 мероприятий для детей и подростков с охватом более 47 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Константин Головин. События.